В середине июня в Москве проходила очередная, уже 17-я по счету, международная юношеская регата. Ее уникальность в том, что она проводится в черте города, в акватории бухты Тихая, Химкинского водохранилища. И еще. В свободное от соревнований время ее участники имеют возможность познакомиться с Москвой, ее историей и достопримечательностями. В соревнованиях участвовали 168 яхт и 200 спортсменов из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как и в прежние годы, юношеская регата проводилась на базе спортивного центра ЦСКА ВМФ, который занимается подготовкой мастеров по водным видам спорта. Уважаемые участники, уважаемые тренеры, уважаемые гости, разрешите вас поздравить с открытием 17-й международной регаты, пожелать вам успехов, спортивных результатов, честной, бескомпромиссной борьбе. Погода вроде у нас нормальная, ветер есть. Наряду с ЦСКА ВМФ организаторами соревнований выступили Всероссийская Федерация Парусного Спорта и Федерация Парусного Спорта Москвы, фонд «Водный спорт» и многофункциональный фитнес-центр «Марина Клаб». В состязаниях участвовали классы яхт «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «Лазер-радикал» и «Луч-радикал». Ну, соревнования у нас международные. Значит, на данный момент участвуют юные спортсмены из России, Республики Беларусь, Украины. Спортсмены есть из Новой Зеландии, и из Франции, и Соединенных Штатов Америки. Соревнования мы проводим в таком формате 17-й раз на этой территории. И уже люди, которые выигрывали первые регаты, они уже в основной команде по парусному и бурному спорту защищают цвета ЦСКА и сборной команды уже на международных соревнованиях, вплоть до Олимпийских игр. Парусный спорт – это спорт романтиков. Он вдохновлял и продолжает вдохновлять поэтов и художников, музыкантов и кинематографистов. Веселый флаг на мачте поднят, как огонек на маяке, и парус тонет за горизонтом вдалеке. А по воде гуляют краски, и по дельфине пляшет свет, а он из сказки, таких на свете больше нет. Побывав на регате, мы убедились, что любовь к парусному спорту объединяет людей независимо от возраста, профессии, страны проживания. Многие школы традиционно участвуют в этих соревнованиях, считая их важным этапом практической подготовки юных яхтсменов. Мы приехали на эти соревнования с двумя спортсменами. Приезжаем эти соревнования уже, наверное, чтобы не соврать, около 20 лет. В 90-х годах, в 97-м, по-моему, году или 96-м году у нас даже были победители этой регаты в классе «Оптимист». Приезжаем сюда с удовольствием. Вот. Ну, сейчас, конечно, были трудности, но все равно мы приехали, ребята участвуют в регате и очень довольны. В школе у нас занимается, в зависимости от времени года, допустим, где-то от 120 до 150 спортсменов. Школа у нас городская, но финансируется она группой компании «Трансбункер». Школа считается лучшей на Украине, потому что мы уже 3 года подряд выигрываем командное первенство Украины среди юношей. Но благодаря этому в Одессе опять появился парусный спорт. В дни, когда проходила регата, в Москве часто портилась погода, налетал сильный ветер с дождем. Так что юным спортсменам приходилось не только состязаться друг с другом, но и преодолевать капризы природы, совсем как в открытом море или океане. Высокие результаты и напряженная борьба сделали эту регату популярной среди школ парусного спорта, многие из которых гордятся своей многолетней историей и спортивными достижениями. Наша школа существует. Я, собственно, был ее открывателем впервые, это самое, с 1982 года. Вот за этот период, в принципе, у нас очень много выросло хороших спортсменов. Наши спортсмены принимали участие в первых Олимпийских играх, это самые, которые были в Атланте, я имею в виду, когда были страны, бывшие Советского Союза, как СНГ, самостоятельными государствами. Настя Подобед участвовала в классе Европа. Спортсмены становятся и победителями республиканских соревнований, международных соревнований. Занимаюсь уже 6 лет. Пришел в 9, сейчас мне 15. И привели меня родители, так как они были знакомы с тренером. Ну, мне понравилось, и я начал заниматься дальше. Ну, пока прошло 6 гонок, 4 первых прихода и 2 вторых. То есть пока тоже идем на первой позиции и будем удерживать. Первый день был немного страшный,
ну, как это, знакомство с остальными гонщиками. А второй день уже нормально было, хорошо. За 5 дней соревнований организаторы провели по 15 гонок в каждом из участвовавших классов яхт. Среди победителей и призеров юные яхтсмены из России, Республики Беларусь и Украины. Для них, кроме обычных наград, спонсоры подготовили необычные – призы и шоколада. Благодаря этой традиции соревнования получили еще одно неофициальное название – «Сладкая регата». Прошедшие соревнования подтвердили, чем больше гонок, тем более качественный отбор победителей. В 2-3 гонках еще можно случайно прийти первым, но побеждать на протяжении 10 и более гонок могут только настоящие лидеры.